Гимназисты увидели показательный рукопашный бой, сборку-разборку автомата Калашникова. Также кадеты рассказали и показали на слайдах о своей военно-патриотической работе и о том, чем они занимаются в школе. В гимназии говорят, что немало их выпускников поступают в военные институты. При этом защищать страну должен готовить себя любой юноша. И такой обмен опытом, несомненно, носит профориентационный характер. Чтобы они нам показали жизнь свою, рассказали о профессии военного. Ну, таким образом сориентировать наших будущих выпускников на то, что это действительно профессия героическая и того стоит. Мне кажется, профессия военного – это в первую очередь стабильность. Ты всегда знаешь, что сейчас большинство проблем после окончания высших учебных заведений молодые люди не знают, куда идти поступать. А плюс своей профессии военного в том, что тебя распределяют, куда служить, и ты знаешь, что, закончив учебное заведение, у тебя будет уже профессия, и ты не будешь скитаться. После мероприятия многие гимназисты признались, что всерьез задумались о перспективе связать свою жизнь с военным делом.